Мне кажется, самый нормальный будет, который был нашим Акимом, Ахмед, который сейчас Аким в Астане. Только этот. Президент наш, я думаю, сам уже приготовил себе замену, но я точно не знаю кого. Нравится это Аким Астан. Он хороший президент будет. Ну, наш премьер-министр, может быть. Ну, я не знаю, мы уже привыкли к Назарбаеву. Есть личности, которые как-то себя проявили. Это Смагомбетов, допустим, да, на посту акима города Алматы. Нигматуллин, Ахметов. Я бы за Нигматуллина проголосовала. Наверное, Назарбаев, я думаю, сам выберет. Да, мне вот тоже так кажется, да. Конечно. Ну, действительно, хороших политиков мало. Есть, ну, где-то крепкие хозяйственники, типа Тасмагомбетова. Ой, ну, Тасмагомбетов, конечно. Я считаю, что он способен, в общем-то, иметь очень высокий рейтинг среди народа. Он был у нас акимом, и это очень такой грамотный, адекватный человек, очень, ну, я считаю, что заслуженно ему можно присвоить первое место.